Елочные кірмаши открыются 23 снежня. Гандаль будет организован на 120 стационарных пляцовках у Гомеле, райцентрах и малых городах. А кроме того, отбудутся 285 выездных елочных кірмашов у сельской мясовости. Древы вышиней до метра будут каштовать от 7 рублей 80 копеек. До 2 метров обойдутся прикладно у 10 рублей. Цены на больше высокие древы будут починаться от 13 рублей. Самый великий кошт на елке у катках – 22,5 рублей. При этом купить их можно уже сегодня во всех лясгасах в области, не чекаючи елочных кермашов. Бюджетный вариант – елочные або сосновые букеты. Каштует такое прихоживание крыху больше за 2 рубли. Усяго лясгасы Гомельской области до новогодних святов нарыхтовали больше за 10,5 тысяч живых елок и соснов. Их нарыхтовка велася с уликом потреб покупников и объемов реализованных у минулом годе древов.